Первое, что меня удивило в микрофоне Takstar SM8BS, это его смешная цена. На современном рынке найти конденсаторный микрофон с добротной сборкой, полезным набором аксессуаров и получить желаемый результат за такие деньги практически нереально. Этот обзор полностью озвучен именно на этот микрофон с последующей легкой обработкой. Фрагмент без обработки я оставлю в конце видео. Он идеально подходит для домашнего использования и создания разного рода контента. Это могут быть запись голоса для видеообзоров, озвучка каких-либо видео, в том числе рекламных, создание аудиоподкастов, использование микрофона во время стримов или просто для качественной передачи голоса во время важных видеоконференций. Микрофон поставляется в пластиковом защитном кейсе для хранения и транспортировки. В комплекте микрофон, регулируемое крепление к микрофонной стойке, поролоновый поп-фильтр и документация. Кабель подключения, держатель типа паук, настольную треногу или микрофонную стойку необходимо покупать отдельно. Внутренняя прослойка кейса надежно защищает микрофон при транспортировке. Визуально микрофон выглядит современно, шлифованный алюминиевый сплав. Форма и дизайн очень напоминает популярную серию микрофонов Audio-Technica. Микрофон органично впишется в любой интерьер, будь то ваша комната дома, видео-аудио-продакшн или репетиционная. Лишний раз не привлекает к себе внимания. Для полноценной работы я купил кабель XLR. Длину смотрите по обстоятельствам. Изначально подключал микрофон через внешнюю звуковую карту. В итоге просто использую его в тандеме с рекордером Zoom. Takstar SM8BS требует фантомное питание. В режиме работы на лицевой стороне горит синий LED-индикатор. Для записи голоса и съемки видеообзоров мне достаточно настольной треноги. Ссылку оставлю под этим видео в описании. Микрофон оснащен позолоченным капсулем, работающим в кардиоидной направленности. Я заметил легкий грамотный звуковой тюнинг, что вытекает в аудиозаписи, которые звучат чисто, объемно и тембрально насыщенно. Широкий частотный диапазон 30 Гц 20 кГц и высокий уровень максимальной звуковой нагрузки 140 дБ позволяет записывать разного рода звуки, в том числе довольно громкие. А теперь тестовый фрагмент без обработки. Протестировать и купить микрофон вы можете в наших салонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.